Усім вітання, це проект Good As You, в якому ми говоримо про толерантність, ми говоримо про доступ до прав. Мене звати Христина Петрик, і сьогодні ми також будемо говорити про радіомарафон, який проводить перший міський телеканал і радіо, перший міський медіахолдинг у підтримку Маршу рівності в Одесі. Я представлю вам з радістю своїх гостей. Це Анна Леонова, голова оргкомітету Одеса Прайд. Вітання. Дякую. Вітя Бревіс, співведучий наш незмінний. Вітання вам. Добрий день. І також з нами сьогодні тут є Людмила Орєшина, директорка першого міського. Вітаю вас. Здравствуйте. Власне, чому ми зібралися в такій команді? Днями, наприкінці минулого тижня, перший міський розмістив рекламу нашого радіомарафону. Чому саме перший міський проводить цей радіомарафон? Вже рік на базі першого міського виходить програма про толерантність. Власне, це та, яку ви зараз чуєте. Good as you. Ми говоримо про порушення прав, ми говоримо про життя ЛГБТ-спільноти не тільки напередодні Прайду. А у сам день Прайду, це 31 серпня, ми вирішили провести спеціальний радіомарафон, присвячений цій темі, і перший міський виступає головним інформпартнером. Цю рекламу ми розмістили на бордах, на сітілайтах нашого міста, і вже за кілька днів її розписали, не поламали, але і нецензурні слова там писали, нам скидали дуже багато фотографій про те, як зреагувала Одеса на таку подію. Це просто був анонс радіомарафону в підтримку Маршу рівності. Власне, про що говорить така реакція на рекламу нашого марафону? Друзі, хто розпочне? Ну, вона говорить о том, что не все люди нас любят. Для некоторых это провокация, для некоторых это красная тряпка. Одесса ж руйнує цей міф як толерантного міста, цей статус свій. А когда-то не было такого міфа? Мне кажется, что в Одессе это всегда было, ну, гомофобия была здесь ярко выражена, нет? Я ошибаюсь, Ань? Нет, ну я бы не говорила, что прямо это самый гомофобный город, это, ну, не Я не там, говорю, что да. самый, я говорю о том, что гомофобия здесь живет, и сегодня, видя фидбэки после того, как мы разместили рекламу на билбордах, мне кажется, что ее даже несколько больше, чем я предполагала. На самом деле ее несколько меньше, чем я предполагала, я вам должна сказать. Нет, я бы не сказала, что я вижу сейчас что-то, что прям меня шокирует. Ну и давайте отличать вот такую вот атмосферу города, миф города, вот этот образ города, который ценится, и во многом популяризируется в городе от настроения отдельно взятых граждан. То есть на самом деле это проблема не только одесситов или одесситок, это проблема всех украинцев, это очень слабые знания в проблеме прав человека, это непонимание, что такое сексуальная ориентация, что такое гендерная идентичность. Людям почему-то кажется, что окей, если их дети прочитают этот бигборд, завтра они проснутся геями. И это будет исключительно ваша вина. Это вот. Один из самых распространенных комментариев как раз. Да, конечно, конечно. Почему мой ребенок должен это видеть? И меня удивляют родители, честно говоря. Да. Вы знаете, один из комментариев, который я там тоже прочитала, и он меня очень порадовал, это все-таки о том, что концепция прав человека становится важна для наших людей. Потому что фраза «вот они борются за свои права, а как же мое право не видеть?» И вот это меня прямо очень сильно удивило, потому что я не думала, что есть такое право, право не видеть. Знаете, вот это вот право не видеть, право не знать, право не замечать. Слышать. Да, и потом мы говорим, о боже, почему мы живем в таком ужасном городе, почему мы живем в такой ужасной стране, как мы до этого докатились. Но вот именно так мы к этому и приходим, когда мы считаем, что мы можем не обращать внимания на ту ненависть, которая существует. Особисто я побачила дуже багато мови ворожнечі і хейт-спічу, жодного діалогу, жодної дискусії. І насправді ми хочемо запросити опонентів на цей марафон, тому що ми відкриті, ми як медіа надаємо право всім, ми усі сторони намагаємося об'єктивно показати їхні позиції. Проте у соцмережі я не знайшла достойних опонентів, хто би міг аргументовано свою позицію показати, висловити в ефірі. Я б хотіла відмітити, що все-таки зовсім грязних і мерзких комментариев все-таки нет, как в прошлые года. Нас не хотят убивать, сжигать живьем, все-таки уже не так. Все-таки это уже, ну, это уже зашквар. Люди как-то стесняются быть совсем уж гитлерами. В открытых источниках так писать, конечно, это уже плохой тон. Ну, уже нехорошо, да-да-да. Сегодня, да. Просто давайте вот запретим, пускай сидят, ну, как обычно, пускай сидят дома, пускай сидят у себя там, трахаются по домам, а не надо выходить из дома, та-та-та, все как обычно. И мой ребенок не должен это видеть, а то опять-таки, значит, что-то с ним случится. Вот, ну... В общем, я не знаю, я на этих плакатах же вишу. Да, да. Я не могу сказать, что не надо. Жалею, настолько привлекателен, что, посмотрев на меня в туфлях женских, да, человек поменяет свою ориентацию, даже будучи ребенком. Очень сомневаюсь. Вот. Питаю, чи злякала нас такая реакция?
часте поширене запитання. А ви злякались? Вас залякали? Та ні. Настя, з чого? От, пока обычно все. Спрашивает. Тут страшно. Не, в принципе, наверное, Аня Леонова подтвердит, немножко меньше стало сейчас гомофобии, чем раньше было. Все-таки эти все прайды в Киеве, они играют свою роль. Люди понимают, что государство с нами, государство нас защищает. Это, ну, это здорово. На самом деле для меня очень важно, чтобы действительно была какая-то реакция на вот этот вот вандализм по отношению к бигбордам. Я не думаю, что это какая-то согласованная акция по уничтожению, но все-таки всегда очень важно, чтобы государство и как государство, как единственный орган, имеющий право на насилие, да, вот там на то, чтобы остановить кого бы то ни было, проявил какие-то действия. Меры принял. Да. Угу. Ну, то есть Безусловно, здесь и именно поэтому мы подадим вообще, заявление. Вообще, любые борды портить не надо. Любое имущество. Да, хоть эти, хоть те, какая разница. Тобто реакція першого міського, ми будемо подавати заяву в поліцію. Да, безусловно. То есть мы, ну, настроены это сделать, потому что я считаю, что мы... Естественно, мы предполагали, что такое может быть. Я не ожидала, что так быстро. Вот, но нам надо отреагировать, потому что я считаю, что с этим надо бороться. Здесь Аню, безусловно, поддерживаю. А вы смотрели, сколько вообще бигбордов оказались испорченными? Я бачила 3. Мені скидали фотографії. Угу. Мені 5, я не знаю. Угу. Как. Ну, я теж слышала где-то про 5 бигбордов. І я обошла сьогодні центр, і, як мені кажется, я не увидела в центрі города ні одного испорченого бігборда. Ну, то есть, это вот какие-то... В центрі города у нас немножко сюжет другой. Думаете, это все-таки безусловно. А, там без меня. Там без Виктора, а Виктор у нас основной провокатор. Главный агрессор. На меня провокатор. Женские туфли. Женские туфли как символ, да-да-да. Как они символ, такие... ну, в общем, провокация. Конечно, это провокация такая. Но это здорово, что наш канал красные придумал. Красные женские потому туфли. Что это нужно. Спасибо, Виктор, что вы согласились нужно. Без упрашивания. Это нужно делать. Надо обращать на себя внимание. А вот эта концепция, из жіночим взуттям на віті, как она виникла? Слухачам цікаво, насправді. Це така фішка цих бордів. Ми її винесли як акцент цікавий такий. Безусловно, я, чесно говоря, поначалу искала актера, который смог бы сняться в роли мужчины в туфлях, в роли Вити. Вот, потому что побоялась подойти к Виктору и поговорить с ним об этом. То есть я очень переживала, и я подумала, что, наверное, лучше это будет актер. Актер не так жалко, если его потом замочат день. На крайний случай есть фотошоп, подумалось мне. Вот, но Виктор согласился очень быстро и решительно. Это, конечно, да, это... Мне было очень приятно, ведь спасибо огромное. Очень интересная штука. Что будет, посмотрим. Вы знаете, на самом деле, я понимаю, что это вообще может стать каким-то канонической вещью. Да? Мужчина в туфлях. Вот этот образ, который тут же вызывает огромнейший здесь общественный мне важно, резонанс. Чтобы это были не просто туфли, а шпилька, да. Это колкость. Красная. Здесь, шпилька, безусловно, да, колкость, острота проблемы, колкая проблема. И у нас как бы это... Да. Кстати, вот женщина... Кепки не прокатило бы совершенно как провокация. Сейчас уже никак не удивить. Ну, мне кажется, это большая заслуга именно феминисток начала столетия, потому что изначально борьба за брюки, за право их носить, была не менее острой, чем сейчас бы была борьба за право носить. Если бы на билбордах повесили женщину с голой грудью, а это же нельзя, да? С голой грудью нельзя. А, не пустили бы. То есть женщины ничего нельзя сделать, провокацию. Жаль. Еще остались мужчины, с которыми хоть что-то можно сотворить, чтобы люди кинули гнилыми помидорами. Слухача, можливо, розуміти, що ми жодного закону не порушили, всі борди погоджені, по-іншому нам би не дозволили розмістити. То есть какая-то в мэрии организация, которая согласовывает? Нет, мы согласно законам Украины. А, то есть вы не спрашиваете у кого-то там в мэрии? Там есть какой-то ряд процедур, я вам точно не могу сказать, этим маркетологи занимаются, да? Вот, ну и согласно законам Украины, юристы в этих компаниях, которые размещают борды, они проверяют, что на них изображено и как, в какой форме идет подача, и, собственно говоря, тогда только производится поклейка. Да. Ну, в принципе, мы же действительно ничего не нарушили, но надели на меня туфли. Абсолютно. І будемо говорити. От основна тема – це радіомарафон, який ми плануємо провести одразу після Маршу рівності.
Який буде акцент цього марафону? Це буде 31 серпня, останній літній день, це буде субота. Зранку запланований марш рівності, після того з 12-ї години ми будемо збиратися у цій же студії, ми будемо вести і відеотрансляцію, ми будемо постійно на зв'язку онлайн і запрошувати усіх учасників прайду, будемо запрошувати правозахисників, гостей з інших міст, організаторів. Можливо, вдасться поговорити з поліцією також, яка буде цей захід охороняти. Запитання в мене до Людмили, як до директорки першого міського. Чому ви вирішили, тому що це ваша була ідея, справді саме в форматі марафону підтримати інформаційно цю подію. Чому обрали такий формат? Ця ідея у радіомарафоні вітала в воздухі, і ми з Аней вже однажды планували, но слова остались словами. І тепер, коли появилась возможность, я схватилась за нее, потому что мне кажется, что радиомарафон — это всегда здорово. То есть мы знаем, что радиослушатели попал, там, нашел радио в машине или дома переключился случайно или где-то еще. Тем короткая программа, я люблю вообще на радио длинные программы, часовые. Мне нравится, когда люди могут вклиниться в прослушивание в любой момент. И они поймут, в чем дело, и если надо будет переслушать, они найдут это на нашем портале, а если нет, то просто что-то услышат. Я за формат проекта, когда он там часовой. А радиомарафон и когда есть большая проблема или большая тема, это всегда хорошо, потому что мы можем пригласить не одного спикера, не двух спикеров или не трех, как мы сегодня собрались, а большое количество людей. И после разговора с Аней поняла, что этих людей будет достаточно. И мы можем себе позволить 8 часов эфирного времени посвятить одной теме. Мне кажется, что другого решения у меня просто не было. Угу. Людмила, многие спрашивают, а что так много внимания-то? Вот вы как раз сами-то не имеете отношения к ЛГБТ. Я как раз обычная женщина. Да. А зачем так много внимания оказываете ЛГБТ вообще? Спрашивают люди в комментах. Просто, Виктор, можете им ответить, что это уникальный для Одессы проект. И я, конечно, здесь, так как я отношения к ЛГБТ не имею, а к радио имею, то я паразитирую на ваших проблемах. То есть это реклама для радио или антиреклама? Это возможность сделать то, что не делали на Одесском радио до нас. Никогда. У нас разговорное радио, я знаю ребята, которые... Я люблю хвастаться этим проектом, радиостанцией в целом, и всеми его проектами, и утренним, и дневным шоу, и проектом Good Is You в том числе. Я знаю отзывы, и знаю, что нас смотрят и слушают ребята из других стран. И наши гости очень часто расшаривают ссылки с Ютуба. Мы для этого и переводим этот проект Good Is You на английский язык, для того, чтобы его могли... А эта идея переводить на английский ко мне пришла после того, как сюда в студию к вам пришел мой друг Роман, который хотел показать своим друзьям в Лондоне проект, в котором он поучаствовал в Украине. Он был... в восторге от проекта, от ведущих наших прекрасных был в восторге. Ребята не понимали, в чем дело, потому что языковой барьер, он существует. Если его в разговоре еще хоть как-то понимают, то слушать программу тяжело. Мы для этого и титруем ее на английский язык. Собственно говоря, это часть... нашей жизни, и она отображается в этом проекте. Ну, часть я вам скажу, окружения. Что это уникальный проект не только для Одессы, но я бы сказала, что и для Восточной Европы. Спасибо. Потому что я... Я очень долго вынашивала эту мысль. А вы не боитесь, что некоторые слушатели отвернутся? Получится антиреклама. Вот я вас спросила, реклама это или антиреклама? Нет, я не боюсь, потому что у меня в понедельник идет проект про создание ОСМД. Вот те люди, которые поддерживают Джек, я думаю, они тоже могут от нас отвернуться. Ага, ну вот, ладно, то ладно. Есть здесь, знаешь, очень двояко. То есть я думаю, что наша радиостанция, Кристина не даст соврать, она охватывает все аспекты жизнедеятельности человека. Пожалуйста. И этот проект как одна из составляющих нашего с вами... Ну, вообще, на самом деле, когда мы говорим про права ЛГБТ, надо понимать, что, ну, как таковых прав нету. То есть есть права человека, которые либо доступны, либо недоступны той или иной социальной группе. И в данном случае мы говорим, что те права, которыми могут пользоваться большинство украинцев и украинок, не могут быть доступны для таких людей, как, например, я. Ну да, надо есть за что бороться, да. Не просто так выходим мы на улицу. Ни за что бороться. А если бы вот, если бы все было достигнуто, были разрешены бы гражданские партнерства, да? Все можно, все хорошо. Ты влюбляешься в молдаванку, допустим, да, и придешь ее сюда, она получает гражданство, как обычная жена. Ты бы вышла на проект?
Амашравность, ревность. Ну, смотри, давай равность. Поговорим по примеру Дании. Да? Вот Дания, страна, которая одна из первых на территории Евросоюза, приняла вообще эти законодательные. То, ну, первый законопроект Дании был принят в 1978 году. Да-да. Ну вот, на секундочку. Но там сверху спустили. Ну не совсем так. У них это было продиктовано очень конкретными вещами. В данном случае тем, что надо было урегулировать право на аренду жилья. В Дании очень жесткие требования к жилью, и гомосексуальные пары, которые проживали вместе, просто были вынуждены платить в 3-4 раза больше, чем все остальные. И именно вот эта несправедливость породила первые там протесты, первые адвокационные кампании, и как результат был принят очень маленький закон, который регулировал просто такой механизм, законодательный механизм, который регулировал, каким образом однополые пары, кстати, не обязательно те, которые являются друг по отношению к другу. То есть мама с дочкой тоже могли. Да, ну то есть это могли быть две сестры, это могли быть две пожилые женщины, которые вместе встречают старость. Так. Но каким образом им получить вот эту скидку на аренду жилья совместно, если они не являются семейной парой, если они не имеют свидетельства о браке? Да. Вот, и вот с этого началась, в общем-то, европейская вот такая вот эпоха борьбы за права для ЛГБТ-людей. И на сегодняшний день большая статья дохода Копенгагена – это гей-браки, которые зарегистрируются в Копенгагене. То есть это одна из немногих европейских стран, которые позволяют регистрировать у себя браки не для граждан Дании. А для всех подряд. Да. И это огромнейшие деньги. Так, а марш равности или гей-парад, как можно его назвать в Копенгагене? За что им там бороться? В чем они туда вылезают? Ну, смотрите, ведь, предположим, у нас же есть законодательные нормы, вот мы сейчас говорили про ОСНД, да? Про ЖЭК. У нас же есть все законодательные нормы, которые регулируют, каким образом мы строим отношения с, в общем, всеми этими компаниями, которые предоставляют услуги. Но при этом происходят акции, протесты и так далее. Почему? Потому что мое право как жильца очень часто нарушаются. Нарушается, потому что жадность, коррупция, ну и так далее, нежелание делать так, как положено по закону. Я думаю, что в тот год, когда мы поймем, что абсолютно все законы соблюдаются и такой несправедливости нет, мы просто можем выйти на улицу и радоваться тому, что мы живем с вами в справедливом мире, в котором нет места ненависти, нет места агрессии. Просто такой марш радости. Да. Ну, здоровье, да. Но я думаю, там это больше коммерческие мероприятия. Ну, где-то, в том числе, да. Да. В том числе, да. Там маркетологи очень сильно готовят. Я не вижу в этом ничего плохого. Я тоже. На самом деле надо уметь радоваться. Это то, что помогает нам бороться со стрессом. То есть вы считаете, что Одесса теряет много денег, как город? Абсолютно уверена. Что не устраивает таких больших праздников ЛГБТ, как в Тель-Авиве, как в Копенгагене? Я считаю, что Одесса, в принципе, теряет большие деньги, потому что не устраивает праздников любых. Праздник — это то, что позволяет нам почувствовать себя счастливым. Но юморина же устраивает? Или Марина, День города, фестиваль фестивалей. Ну да. Нет, что-то все-таки они делают. Я думаю, мы будем в перечне. У нас производится большое количество праздников, но мелких, они дробные. Если суммарно их свести всех в одно хорошее крупное мероприятие, как фестиваль Венеция, который пусть распиарен, пусть те, кто был, говорят, что это немножечко не та картинка, которую вы видите по телевизору, я имею в виду в Рио-де-Жанейро. Но мне кажется, что это было бы правильнее. Но это уже решать властям города, конечно. Ну, я думаю, что так потихонечку мы дойдем к тому. Абсолютно. То, что будет такой большой-большой парад, ну, на Дерибасовской. Самый интересный пример, например, пример с Нью-Йорком. Вы знали, что, например, в Нью-Йорке лет 20 назад появился третий период скидок? То есть магазины отреагировали на то, что во время Всемирного Прайда, да, вот это вот, Нью-Йорк является тем городом, который принимает Всемирный Прайд. Да. Съезжается такое количество туристов, что, в общем-то, кстати, большинство из них гетеросексуалы. Ну, абсолютно, да. Это большое развлечение, да. Вот. Пол Канады приезжает. Ну, и мне кажется, что вообще, когда реагирует валюта, когда реагирует на какие-то вещи, как говорят, доллар, это является индикатором того, что работают рыночные системы, рыночные механизмы. А какие есть уже фирмы, которые делают рекламу? Допустим, вот будет у нас марш равенства 31 августа. Гостиницы делают рекламу? Приезжайте на гей-прайд. Я думаю, что сейчас нет, потому что они не видят для себя целесообразности подобных вещей. Но чем больше придет времени, чем больше они будут видеть, что приезжают люди, будет выше запрос, и, соответственно, будут происходить и подобные вещи. Сначала, что потом, я совсем понимаю. Мне кажется, если они начнут делать везде рекламу, приезжайте к нам, там вы любите ЛГБТ, не обязательно, на праздник ЛГБТ. Это правда, но ты представляешь, понимаешь, дело в том, что любой иностранец, прежде чем ехать, он загуглит.
И в тот момент, когда первое, что он увидит, это баннеры, которые закиданы краской, с надписью, нецензурными словами там и комментариями полными ненависти, я думаю, его желание, несмотря на большую маркетинговую кампанию, резко уменьшится. Безусловно, да, безусловно. Критика, яку часто можна почути, я вважаю, що вона досить є маніпулятивна. Ми зараз спробуємо розвіяти ці маніпуляції до організаторів Маршу Рівності. Чому ви не йдете під Верховну Раду, висуваєте вимоги тим, хто приймає закони? Для чого ви ходите тут у нас? Ми тут з дітками відпочиваємо. А в сторону нашого телеканалу ви на цьому хайпуєте, вирішили гарячу тему розкрутити для себе і рейтинг собі тим самим підвищити. Як на мене, це маніпулятивні твердження, тому що під Верховну Раду також ходять. І частина цього великого походу, який триває вже багато років до Верховної Ради за права, це тим самим є і Одеса Прайд. Ну, это правда, но тут просто надо понимать, что нельзя решить все вопросы просто хождением под Верховную Раду. Ну вот давайте представим себе, что мы завтра просыпаемся в мире, где принят закон о однополых партнерстве. Да? Вот Верховная Рада взяла и приняла этот законопроект. И что произойдет? Исчезнет ненависть, исчезнет непонимание. Украина — это очень-очень большая страна, которая на самом деле состоит из маленьких-маленьких городков. Я уверена, что для того, чтобы изменить отношения, надо менять отношения в этих городках. Вот работа с небольшими поселками, с областными центрами, с районными центрами является залогом того, что риторики ненависти будет меньше, манипуляций на этой теме будет меньше. И в конце концов это приведет к тому, что и жизнь в этих городах для представителей ЛГБТ-сообщества станет легче. А чем дальше от Одессы, тем агрессия сильнее? Конечно, конечно, конечно. Да, это... Как ты с ними хочешь работать? Информированием? Информированием. Приезжать, проводить сессии, говорить, ну и в частности благодаря вашему радио, потому что я уверена, что туда, куда не можем прийти мы, там могут услышать Она вас. Она слышна во всей Одесской области? Да, безусловно. А, и Котовск? Видно. Везде. Ага. Давайте по-другому, как забыл. В віддалених регіонах нас також чути. Так, тим хорошо. Не менше, в Ютубі ми також є і нас можна в будь-якій точці світу знайти. Кого очікуєте із гостей цього року на Прайді? У нас в этом году еще больше международная группа, это порядка 50-60 человек. Так же, как и в прошлом году, самая большая – это команда из города Мюнхен. На самом деле, я напомню, что Одесская область является областью-сестрой земель Баварии. И нас таким образом объединяет не только тема поддержки, да, ЛГБТ-сообщества, но еще и вот какие-то такие культурно-исторические взаимоотношения. Трамваи бы прислали, все бы полюбили ЛГБТ. А ты имеешь в виду трамвай с геями? Это если я представляю, знаешь, большой-большой такой гей-трамвай, который едет через Европу. Нет, просто трамвай для людей. Просто трамвай. На которых было написано хотя бы мелкими буквами «Прислано геями и лесбиянками из Мюнхена». Вот тебя нас и полюбили, боже мой. Всем дать гречку. Ты думаешь, оно так работает? С символикой. Что, не, у Януковича работало, у нас тоже может. Ну, если бы у Януковича работало, мы этим не закончили бы 2014 годом, на самом деле. Вот. Ребята из Мюнхена приезжают с большой музыкальной программой, и я напоминаю, что 30 числа у нас мероприятия запланированы в Антерпабе, это Приморская, 17, там будут и серия воркшопов, которые абсолютно интересны и полезны будут абсолютно для всех. Они связаны с темой счастья, с темой того, каким образом заботиться о себе, как становиться более счастливым, более самодостаточным. И будет музыкальный вечер, конечно, большой звездой которого будет Мюнхенский хор, Мюнхенский оркестр. Все эти инициативы состоят из ЛГБТ-людей. И меня очень часто спрашивают, зачем нужен отдельно ЛГБТ-хор, как это, почему это. Но ведь мы, когда говорим, предположим, что это футбольная команда вот этого завода, мы же прекрасно понимаем, почему это. Это возможно объединиться, возможно каким-то образом проводить совместно время, делать что-то интересное, реализовывать какие-то проекты. Это немножко такая все-таки рисковая, минное поле, потому что люди могут сказать, мы хотим сделать гетеросексуальный хор. Бога, это здорово. Это будет немножко такая дискриминация. Не, на каждого найдется слушатель. Это как в кино, знаешь. Если они напишут, у нас хор гетеросексуалов, получается, правда, дискриминируется меньшинство. А почему ж? Ну нельзя дискриминировать меньшинство таким образом. Снимать куда-нибудь в хор. Ну, это отдельный разговор, но вообще довольно интересный. Да. Важнее гораздо вопрос для слушателей наших, которые сейчас слышат, что будет вот в Андерпабе, да, мероприятие, его будут охранять? Конечно.
Конечно, будет частная охрана, также будет работать патрульная полиция, которая будет наблюдать за безопасностью и соблюдением правопорядка. А, хорошо, потому что люди все-таки побаиваются. Я призываю всех не бояться, приходить и весело, интересно провести время вместе с нами. Практика попередніх років, що показує? Чи справді безпечно ходити на прайд в Одесі? Ну, я могу сказать, что это уже 5-й год, как мы проводим мероприятия в Одессе, и 4 года это было относительно безопасно. Я не знаю, на самом деле, были ли какие-то, возможно, проводились какие-то спецоперации полиции, о которых они умалчивают, какие-нибудь тайные спецоперации, когда они там перехватывали провокаторов, еще кого-то. Но как вот посторонние зрители, я могу сказать, что мы... начиная с 16-го года мы не сталкивались с агрессией, которая не была бы остановлена полицией. Хорошо. Яка реакція міжнародних гостей, які приїжджають сюди з року в рік на прайд? Они всегда удивляются. Очень часто получается так, что в начале лета они едут в Киев, и потом они приезжают к нам сюда, и они не могут понять, что это одна и та же страна. И меня очень часто говорят, вы, наверное, каким-то образом договариваетесь с вашими правыми, у вас особые отношения с полицией, вы как-то это все делаете, почему в Одессе ты чувствуешь такую безопасность и легкость, а в Киеве ты постоянно в стрессе и постоянно переживаешь. Одесса rules. Да, да, ну я уверена, что это фактор курортного города и фактор того, что ты, ну ты просто не можешь себя чувствовать вот такой страх, как это бывает. Да, какое количество людей они ожидаются на марше? Вот вы предполагаете? Я думаю, что порядка 350-400. Это майже вдвічі більше, аніж минулий річ. Хотя как мы можем говорить точно? Ну как? Ну, я могу исходить, просто в целом, примерно, потому что я не знала количество прошлых лет. Я исхожу из количества тех гостей, которые подтвердились, исхожу из количества представителей посольств, которые подтвердились, и это всегда увеличивает численность. Я просто хочу вспомнить историю. Как-то раз я шел по Дерибасовской, по Соборной площади, и там были люди с шариками. Угу. Они нам дали шарик и говорят, идем с нами. Ну, пошли все. Оказалось, мы демонстрировали за шарие. Да? Так тоже можно делать, у нас будет гораздо больше. Знаете, я вообще не знал, что такое такой шарик, я не смотрю телевизор. Вы знаете, я всегда вспоминаю, когда мы в 2013 году проводили большую акцию к Дню противодействия гомофобии и трансфобии, это 17 мая, это Всемирный день... в которой представители комьюнити бывают, стараются быть максимально видимыми, чтобы говорить о дискриминации, говорить о преступлениях ненависти. И мы тогда проводили в Одессе большую акцию. У нас был огромнейший там 20-метровый флаг, большие шары, там они огромнейшие гелевые шары. И мы запускали этот флаг с Тёщиного моста. Мы соблюли абсолютно все меры безопасности. Кроме одного, мы не рассчитывали, что в это время будут проходить какие-то семейные пары, которые гуляли с детьми. И надо представить мой ужас, когда мы, в общем-то, спокойно привязали этот флаг к этим шарам. Мы шли с этим флагом для того, чтобы это все как-то красиво сделать. И вдруг из какого-то подворотни вылетает целая куча детей, которые просто несутся за этими шарами, за этим флагом, которые кричат: «Мама, мама, я хочу такой шарик!» Нормальная здоровая реакция. Я понимаю, боже, если сейчас кто-то это сфотографирует, ведь будут говорить, что это ж пропаганда, да, вот пропаганда. Она, вот как оно работает, в чистом виде, вот оно. Нет, слушай, а подожди, в 9 часов начнется примерно, да? А если кто-то... С 9 до 10 это время сбора. Так. То есть все желающие приходят, проходят... Фейс-контроль? Фейс-контроль. Расскажи про маршрут, Аня, еще. Не расскажу. Пока что мы ведем переговоры с полицией, но не позднее, чем 24 числа мы опубликуем место старта. Вот, и я очень надеюсь, что то, что мы запланировали, у нас получится. То есть все, кто захочет присоединиться, они должны до 10 успеть? До 10, да. Да. Если по 11 прийти, то уже никак туда не вклиниться? Нет, никак. Не будет информация про сам маршрут прилюдно. Все будет закрыто и залеплено. Я думаю, что мы будем исходить из тех рекомендаций, которые даст полиция. Угу. Як комунікація з поліцією відбувається? У нас було вже 2 зустрічі, і поки що це достатньо конструктивно. Ми бачимо бажання поліції забезпечити безпечність, і я сподіваюся, що, в общем-то, у нас все вийде. Угу. З правами ви ведете якийсь діалог? Справді поки що ні. Поки що ні, але мені кажется, що щось відбувається з правами в Одесі, я їх просто не можу зрозуміти, з ким. Ну, тобто я би договарювалася, але не розумію поки що з ким. Не пишуть погрози в приват? Ні, ну, якісь конкретно лідери, ні. Ну, то есть сейчас все-таки, я когда была у вас в прошлый раз, я говорила о том, что этот год отличается, до сих пор не было никаких сообщений. Окей, после появления баннера сообщения появились, но такое, то есть это просто стоило ожидать. Я не думаю, как ты хочешь говорить с правами?
Денег дать им что? Почему деньги? Боже, как на самом деле это достаточно, ну, тут всегда очень важно понимать, что любую коммуникацию лучше переводить в диалог, чем в столкновение. Понятно. И я еще не встречала ни одного человека, который, смотря мне в глаза, говорил: нет, мы придем вас бить, мы считаем, что вы должны умыться кровью и так далее. Ну, это... И я очень надеюсь, что я с таким не столкнусь, потому что я просто не понимаю, что в этом случае можно дальше говорить. Вообще с правыми тоже не все так просто, потому что, например, правые в Германии, там партия есть, альтернатива для Германии, альтернатива für Deutschland, да? И там, собственно, председатель партии открытая лесбиянка. Вот, это все очень странно, немножко сбивает с толку, где правые, где левые. Да. Ну, я вообще не считаю, что сексуальная ориентация должна быть тем маркером, который определяет политический взгляд. Да, тут дело такое. Другое дело, что я считаю, что это очень дешевый популизм, когда политические группы для того, чтобы объединить вокруг себя своих сторонников, они говорят: о, мы объединяйтесь вокруг нас, потому что у нас есть очень четкий враг, этот враг геи. Потому что точно так же они говорят: о, у нас есть очень четкий враг, этот враг евреи, этот враг русскоговорящие жители, это переселенцы из Луганска и так далее. Тут надо понимать, что любая риторика ненависти, она является недопустимой, и она ведет к тому, что жизнь людей не находится в безопасности. Да, они ловят низменные, так сказать, инстинкты толпы, да, и на этом строят свою избирательную политику. Это не очень хорошо, конечно. Ну, посмотрим, что будет. Как-то странно тихо, да? В тихом омуте. Я надеюсь, что это уже просто становится такой визитной карточкой Одессы, что все хорошо. Ну, плевать, пускай демонстрируют. И пройдутся. Часик. Крім того, будуть відбуватися різні події не тільки 31 серпня, не тільки у День Прайду, але буде такий собі фестиваль квір-культури, правильна його назва, і він буде тривати кілька днів. Що заплановано? И для кого? Это будут открытые заходы или закрытые? Ой, почти все мероприятия открытые, абсолютно все. Мы в этом году постарались быть максимально открытыми, и меня на самом деле это немножко тревожит, потому что осталось уже очень-очень мало времени, а многие вопросы организационные еще не решены. Но в любом случае я приглашаю всех посмотреть расписание на нашей страничке в Фейсбуке. Все мероприятия там анонсированы. Возможно зарегистрироваться, получить эту информацию. 27 числа, на самом деле, при поддержке, собственно говоря, вас, конкретно Христина и Виктор, мы сможем анонсировать первое мероприятие Одесса Прайда. Это дискуссионная панель «Тематика гомосексуальности в современном искусстве». Мы ее проводим в хабе, в гостиной хаба. И мы привезли несколько экспертов междугородних, я даже не знаю, как это сказать, всеукраинских, наверное, правильнее. Вот, и будет несколько человек, которые представляют Одессу, и мы будем говорить о том, как же, собственно говоря, тематика искусства отражает тему ЛГБТ, и как это, и о чем. Да, там очень много интересных вопросов, я думаю, что будет интересно. Да. Вот, а мероприятие открыто абсолютно для всех. Хаб, улица Греческая, 1А, 19:00. А кто-то будет значимый, какие-нибудь значимые фигуры на прайде? Дипломат, может быть? Мэр вряд ли. Мэр Канады, да, вот сразу. Тот, который вот так буквально на медне сделал камин-аут, и он такой... Элтон Джон. Он такой: не сделаю камин-аут, не пустят в Одессу. Мне, кстати, это может быть следующим слоганом Одесса Прайда, знаете, вот это вот. Не, было бы здорово, если тут такой был, такой, вроде Мадонны. Ну, мы, так же, как и в прошлом году, мы ждем представителей дипломатических миссий. Это будут и представители посольства США, Германии, Канады, Англии. Какого уровня представителей, я сейчас не могу сказать, потому что это вопрос, знаете, как это с дипломатами всегда очень-очень сложно и долго. Ну да, они должны знать точно, согласование процедуры. Да. Вот. Грозит наш живой щит. Ну. Чи запрошуєте опонентів до дискусії? Конечно, мы всегда открыты, и на самом деле я надеюсь, что и благодаря вашей платформе мы сможем также вести с ними диалог. Угу. Друзі, ваша думка, друзі-медійники, чи потрібно запрошувати опонентів і яких, аби не транслювати в ефірі відвертої гомофобії, трансфобії, інших висловів, які ображають, які дискримінують і пригноблюють? Я за свободу слова завжди предоставляю, за те, щоб предоставляти площадку, якщо це конфлікт, двом сторонам конфлікту, якщо це дискусія, де є 3 або 5 мнений.
всем людям дать возможность высказаться. Я за свободу, я сама могу сказать что-то в лоб, и поэтому готова услышать что-то в лоб в ответ себе. Но что касается радиостанции и частоты FM, то здесь ты говоришь, если это, то кто? Только с нормированной лексикой. Потому что вот эти переживания для меня, для директора канала, что человека унесет, его лексика может поменяться, и там его уже не остановить. Вот здесь мне несколько было бы страшно. А в остальном, ну, мы готовы рассматривать любую позицию. У человека есть мнение, он готов его высказать публично. Это же отлично. Знаешь, хуже, когда готовы что-то где-то написать, еще лучше на борде вообще ночью, чтобы не было видно, да? Вот, и знать, что он герой. Ні, пусть приходять, висказується. Я рада. Але ефіром можуть скористуватися, щоб маніпулювати. Я думаю, що їм завжди чаще всього його використовують іменно для маніпуляцій в будь-якій програмі, в будь-якому проєкті і на цьому радіо в тому числі. Я думаю, що програма має бути цікавою, прежде всего. Да. Вона має бути риторично сильною. Собеседники. Кто-нибудь против геев, он может сказать, ну, не надо, конечно, матом ругаться. Да-да. Ну, но он может вполне сказать, я ненавижу геев, табу. Я хочу, чтобы они все умерли. Так говорит, можно с ним спорить. Я как раз не боюсь этого, а может быть, даже желаю, чтобы было интересно нам тут. А то мы тут окружаем себя с теми однодумышленниками, угу. Получается, мы в этом информационном пузыре сидим, и нас не скучно понимаем, слушать. Что происходит чуть-чуть дальше. Нас скучно слушать. Пускай они скажут свое мнение про детей, про то, про все, почему. Але чи ти хочеш бачити у цій студії людей, які відверто закликають бити тих, хто повісив такі борди, припустимо? Бить кого-то призыви – это уже отклонение. Им лучше к психологу, психотерапевту, или как это правильно, лечиться идти, а не призывать отсюда. С ними нужно беседовать. Да, безусловно. Здесь тоже. И это первый признак того, что людей надо лечить. Тільки мене професійні психіатри – єдина відмінність. Чтобы им какие-то фаховые порады. Ну, нельзя превращать здесь в это вот... Не в базар, вокзал. Да, в Малахово, да, приглашать каких-то идиотов, которые будут тут ерунду всякую говорить. Ну, вот, власне, да, той баланс знайти, как разрезнити, чи людина буде адекватно... Нужно смотреть, кого приглашать. Висвітлювати позицію. Тому що ми справді відкриті, і ми запрошуємо, ми хочемо почути різні думки, ми не пропагуємо якусь одну чи одну думку. Может быть, у вас есть кто-то из активных геев, тоже ненормально, противовес сразу поставить. Ненормальных геев так же много, как вот, и ненормальных гетеросексуалов. Да? Значит, я сейчас, вот, пользуясь случаем, призываю гомофобов, которые владеют словом, да, более-менее, да, приходите к нам и выражайте свою точку зрения, мы с вами поспорим, поговорим, может быть, вы даже и окажетесь правы. Я обратно буду гетеросексуалом. Тому що люди, які пишуть гнівні пости, вони не готові приходити на ефір. Не завжди, далеко не завжди. Ну, ти ж розумієш, що дуже часто можливість написати гнівний пост – це все, що чоловіку треба. Ну, то есть у него произошел какой-то внутренний конфликт, он увидел баннер, каким-то образом отреагировал на него, написал пост, и ему уже стало легче. То есть в таком ракурсе как раз-таки возможность высказываться также является такой небольшой психотерапевтической штукой. Mm-hmm. Ну да, это выходит пар. Наостанок. Від кожного з нас, давайте от таке резюме, в нас буде марафон, ми готуємося до нього, в нас буде Одеса Прайд. Чого ми очікуємо, якої реакції від містян і які наслідки цього прайду? Що би ми хотіли бачити після того, як ця подія відбудеться, які зміни у нашому місті? Наверное, для меня в первую очередь в этом году Одесса Прайд этого года это в большей мере дискуссионные панели, которые мы проводим, чем Прайд Худа. Почему... Ну, наверное, опять-таки, я также считаю, что невозможны перемены, качественные перемены без диалога, а диалог на марше вести очень сложно, диалог на улице вести очень сложно. Когда мы выходим на улицу, мы выходим не столько для того, чтобы услышать оппонентов, потому что в этом случае это будет конфликт, мы выходим на улицу для того, чтобы быть услышанными, да? Для того, чтобы говорить о том, что, предположим, те петиции, которые были приняты в Одесской области, петиции, призванные ограничить в правах таких людей, как я, являются нечестными, являются несправедливыми. И другой возможности говорить об этом, как не на улице, у нас просто нет. Почему? Дискуссии уже есть. Да, уже есть. Но, да. Вот, дискуссии они важны, потому что они дают нам возможность слышать и других и говорить еще о иных сферах жизни представителей комьюнити, кроме, собственно говоря, адвокационных и законопроектных таких вот
Угу. Ми як медійники, які бачимо ефект від проведення цього марафону, що би хотіли бачити? Хотіли би увидеть після вот, публікації цього проєкту на Ютубі, да, 3 мільйони просмотрів за сутки, ну, як би, себе говорю. Віктор, себе скажуть что-то ще. Я зло сказала, знаю. Не директор. Так що, в общем, я не займаюся рекламою цього радіо. Мені б хотілося більше вам, я б хотілося, щоб толерантність влічила. Я наблюдаю за мероприятиями уже много лет в Украине. В Киеве проводится, да, марш равенства, и в Одессе. И все больше и больше это прямо висит в воздухе, все больше и больше толерантности. Да, уже не, перестало быть модным ругать ЛГБТ. Да, с ними можно дружить. Например, ты, Кристиночка, да, у тебя подружки есть, и все прекрасно, и ты с ними дружишь, хотя ты совсем не лесбий. І не транс. Абсолютно, тому що підтримувати прайд може будь-хто, незалежно від орієнтації, від своїх світоглядів. Саме про це ми тут і говоримо, і намагаємося донести цю думку про важливість толерантності і про те, що зараз доступ до прав нерівний у всіх верств суспільства. Дякую вам, друзі. Я Христина Петрик, мої гості сьогодні це була Анна Леонова, голова оргкомітету Одеса Прайд, це Вітя Бревіс, наш співведучий, і Людмила Орєшина, директорка першого міського. Це був проект Good as You. Ми почуємося рівно за тиждень і готуємося, звісно, що активно до радіо марафону, який відбудеться в останній день літа після Одеса Прайду.